Пробки южного участка МКАД теперь можно объехать по широкому дублеру. Новая дорога связала Липецкую улицу и Варшавское шоссе. Сегодня мы запускаем центральный объект этой связки, эстакаду, через Павелецкое направление железной дороги. Она соединила Элеваторную улицу с улицей Подольских курсантов. Движение организовано по трем полосам в каждую сторону. Для пешеходов обустроили тротуары и построили подземный переход. Еще два перехода откроются в ноябре. Скоро по эстакаде начнут курсировать автобусы до станции метро Царицына и Пражская. Районы Западное и Восточное Бирюлево разделяют Павелецкое направление железной дороги. Чтобы попасть из одного района в другой, водителям приходилось выезжать на МКАД, делая крюк 5-7 километров. Теперь время поездки между соседними районами сократится в 4 раза. Прилегающие улицы в районе транспортной развязки расширят, а территорию благоустроят. Оставшийся контракт, который до где-то конца ноября, середины ноября, мы тоже завершим и откроем полноценно всю магистраль от Липецкой улицы до улицы Красного Маяка. Транспортная ситуация в этом районе улучшилась еще летом прошлого года. Тогда на Липецкой улице открыли эстакаду. Вдоль нее построили боковые проезды, а под эстакадой – развороты и съезды. Ольга Завершнева, Иван Коробков, «Строим Осру».